Добрый день, уважаемые граждане. Хотел бы обратиться к тем иностранным гражданам, которые находятся на территории России на основании трудового патента. Как вам известно, недавно вышел указ президента России о временных мерах по урегулированию порядка пребывания иностранных граждан на территории России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. И главный вопрос, который задают сегодня большинство, скажем так, патентщиков, так платить за патент или не платить. Чтобы получить четкий, ясный и однозначный ответ, вы для начала должны ответить самому себе на вопрос, планируете ли вы после 15 июня находиться на территории России или нет. Первое. Если вы намерены после открытия границ и до 16 июня выехать к себе на родину, то вам не надо оплачивать патент или продлевать регистрацию. В данном случае ваша главная задача – спокойно работать, накопить средства на дорогу и выехать до 16 июня за пределы России. Второе. Если вы намерены и после 15 июня пребывать на территории России и продолжать трудовую деятельность, то вы должны оплачивать патент и продлевать регистрацию. Вас положение данного указа не касается. Третье. Если же по тем или иным причинам вы не смогли оплатить патент или продлить регистрацию, но все же, опять-таки, собираетесь дальше после 15 июня продолжать работать на территории России, то в вашем случае надо подготовить пакет документов и заново подать документы на получение патента. И желательно это сделать, то есть собрать документы и подать на патент до 1 июня, чтобы к 15 июня у вас на руках уже был новый патент. В этом случае вы опять же оказываетесь в правовом поле, легализованы и дальше можете спокойно продолжать работать в России. Таким образом, по итогу самым главным является ответ на вопрос. Вы планируете выезжать за пределы России после 15 июня или остаетесь работать здесь? В итоге, если вы собираетесь уезжать, то вы не платите. Если остаетесь, то у вас жизнь течет в обычном режиме, вы платите.